страшной войне погибли два моих прапрадедушка. Мои родные жили в Ростовской области Неклиновского района поселка Луначарский. Когда началась война, моей прабабушке Фоменко Галине Федотовне было 2 года. В октябре село было оккупировано фашистами. Фашисты выгнали мою прабабушку Марию с 4 детьми в летнюю кухню, а сами жили в доме. В маленькой летней кухне было очень холодно зимой. Дети часто болели, было очень холодно. Ранней весной собирали съедобную траву и пекли лепешки и матерженники. Варили суп, борщ, пшена и трава. Этим временно забивали голод. Фрукты срывали еще зелеными. Село почти 3 года было в оккупации. После освобождения села жители принялись восстанавливать хозяйство. Было тяжело, но люди думали о победе. Моя прабабушка Галина Федотовна хорошо запомнила этот день. Все радовались, обнимали друг друга, пели песни. И хотя почти каждая семья в этой войне потеряла близких людей, все были рады, что закончилась страшная война, что наступила мирная жизнь.